Сергей Семенович, дорогие участники торжественного парада. С особым чувством я всегда обращаюсь к вам в день святаго великомученика и победоносца Георгия, собравшимся здесь на Поклонной горе, для того, чтобы выразить свои патриотические чувства, засвидетельствовать самим себе и всем нам вашу готовность не просто любить Родину, вашу готовность Родину защищать. Вашу готовность следовать по тем путям, по которым прошли ваши отцы, деды, прадеды, которые, совершив великий подвиг в жизни, остановили агрессора, защитили нашу страну, победили страшного врага. Не может быть победы без подвига. И речь идет не только о подвиге воинском, и речь идет не только о победе в сражении. Каждому человеку нужно обязательно одерживать победы в своей жизни. Иначе мало чего достигнешь. Если говорить о том, какую победу каждый из нас должен одержать, и какая победа является самой главной, то можно так ответить на этот вопрос. Самая главная победа – это победа над самим собой. Эта победа начинается с младенчества, с отрочества, с юности, когда мы должны во имя более высоких целей и идеалов ограничивать себя, когда налагать на себя некие ограничивающие нас дисциплинарные рамки, когда мы должны воспитывать в себе силу духа. Это начинается с самого небольшого. И каждый из нас знает. Многим трудно утром вставать, делать зарядку. Кому-то трудно посидеть и внимательно поработать над домашним заданием. Когда кого-то очень привлекает хорошая погода на улице и гуляющие сверстники. Но мы должны научиться делать эти маленькие подвиги в своей жизни, ограничивая самих себя и воспитывая свою волю, свой разум, свои чувства. Вот с этого подвига в юношестве, в детстве и формируется способность человека совершать подвиги в жизни. Самые великие подвиги, от которых зависит счастье и благополучие не только самого человека, но, может быть, множество людей всей страны, всего нашего народа. Ведь именно так совершали подвиги герои Великой Отечественной войны, имена которых мы особенно будем вспоминать в День Победы. Итак, мои дорогие кадеты, я от всего сердца желаю вам успехов в одержании самой главной победы, победы над самим собой. Я желаю вам успехов в возрастании, интеллектуальном, духовном, физическом, чтобы вы становились сильными, красивыми, умными, добрыми, чтобы хранились неприкосновенным от всякого разрушения и от всякой деформации свое нравственное чувство, без которого не может быть сильной личности. И вот тогда ваши мечты о подвиге осуществлятся, вне зависимости от того, где и как вы будете трудиться. Будь то служба в вооруженных силах или в любых других областях жизни. Человек, способный на подвиг, способен сделать самого себя счастливым, способен сделать счастливым страну, свою страну. С праздником вас, дорогие кадеты! Воспитание обучающихся и активное участие в ежегодном фестивале-конкурсе «Алтай»
Полицейский департамент образования Горного Взрыв. Школа номер 1000. Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации Владимира Михайловича Максимчука. Школа номер 1785. Стала доброй традицией проводить парад кадетского движения Москвы. Святом для каждого россиянина месте по брусчатке Поклонной горы марширует свыше 2500 кадетов. Четвертый парад кадет открыли победители городского смотра конкурса «Лучший кадетский класс». Участники расчета заняли призовые места в предметах олимпиады, успешно сдали нормы ГТО, активно участвовали в творческих конкурсах московского и федерального уровня. Кадетское образование в Москве профильное. В парадном расчете будущие представители военно-воздушных сил, гражданской авиации и космонавтики. Деньте и помни. Мне кажется, порой